Всем привет, и сегодня будет очередная история про человека из Калининграда. Имя его неизвестно, так как информации про этот случай очень мало в интернете. Я искал и нашел тут пару строк. Сейчас я вам расскажу. Видео было снято 3 октября 2013 года. И выложили его в сеть в тот же день. И, конечно же, популярность наш герой набрал сразу из-за своих коронных фраз на допросе с полицией, которые потом начали форсить по интернету и благодаря шоу «Плюсу 500», которое все так знают. Ну, будем называть нашего героя «Пьяный калининградец». Что произошло? Сегодня около половины третьего дня в ТЦ «Европа» в Калининграде был задержан мужчина, от рук которого пострадали две посетительницы магазинов. По предварительной информации, житель города подходил к сидевшим на скамейках в холле дамам и предлагал безотлагательно заняться с ними оральным сексом. После получения отказа незнакомец производил удар ногой в голову женщины. В результате двух пострадавших увезли на скорой помощи. Задержанный был доставлен в отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства. Снимали его как раз сотрудники полиции, чтобы узнать, зачем он избил женщину. Но в ответ он только посылал и кидался на полицию. Скорее всего, он был в алкогольном угаре или под наркотиками, как он сам и говорит. Вы что употребляли? Наркотики. Какие? Марихуану. Много? Too much. Стаканами! Мужчине грозит уголовная ответственность за оскорбление представителя власти и умышленное причинение вреда здоровью. Срок, как я смотрел, в Уголовном кодексе начинается от 3 месяцев до 2 лет лишения свободы. Но это зависит от того, как был избит человек. С какой жестокостью и какими предметами или просто кулаками. Дальнейшая история этого персонажа неизвестна, так как информации очень мало в интернете. Это все, что я нашел про этого человека. Так что вот такая вот история небольшая. Ну, на этом все. Подписывайтесь на канал.